Здравствуйте. Когда я расспрашивал своих студентов, про что им интересно было бы смотреть на моем видеоканале, а они его смотрят, мой видеоканал, они почему-то запросили меня рассказы про черные дыры, двойные звезды, полость Роша, все такое прочее. Но я говорю, ну все это было. Ну, говорит, ну вот мы это не видели, это давно было. А народ обычно смотрит мои свежие видео. Ну вот так уж получилось. Не очень работают с архивом. Может быть, не так хорошо он организован в Ютубе, как бы хотелось бы, да? Но я вам тогда про это расскажу. Тема точно простая. Значит, дело происходит так. Звезды, как ни странно, очень часто бывают парными. Они работают в одной системе, две звезды. Две звезды. Когда звезда загорается, она не имеет больших размеров. В ней начинается ядерный синтез, который идет при больших давлениях и большой температуре в центре звезды. Ну вот, скажем, звезды массы там, Солнца, в несколько раз превышающих массу Солнца. Вообще говоря, предельная масса звезды – это примерно 100-200 масс Солнца. Просто при большей массе, значит, внутри так активно идут термоядерные реакции, что ну, она не может удержать эту массу. То есть такая горячая становится, что частицы, атомы, ионы, вернее, преодолевают, значит, притяжение этой звезды и становятся, в общем, небесными телами независимыми, да, улетают в бесконечность, в космос. Да, вот. Космическую скорость, тепловое движение дает им космическую скорость. Вот, такая звезда просто, так сказать, разваливается, испаряется, скажем так. Ну, до определенного уменьшения массы, да, до того предела, когда она еще может работать. Ну, такие звезды – большая редкость. А так, в основном, парные звезды, они не особенно большие. Но в процессе эволюции звезд происходит следующее. Внутри звезды, в недрах ее накапливается много гелия, а потом из гелия начинает синтезироваться углерод, да? А потом еще углерод, углеродный цикл, который из углерода более тяжелый начинается синтез. И вот когда начинается синтез уже углерода, звезда очень много энергии выделяет, она раздувается. Такую звезду называют красным гигантом. Вот это вот раздувается, она потому что она становится очень горячей внутри, очень много тепла выделяет. Она красная, то есть поверхность ее более холодная, чем вот у нашего Солнца. У нашего Солнца, скажем, 6 тысяч кельвинов, а там, ну, 3-4 тысячи кельвинов, поэтому она красная, да? И вот она красная, это красная, но поверхность ее такая большая, что она очень много энергии выделяет, и синтез идет. Ну, такая большая, это значит, вот где-то между орбитами Земли и Марса, вот тут вот ее поверхность была бы, когда наше Солнце стало бы красным гигантом, да? Вот такие вот дела. Это нормальный процесс развития звезды. И вот когда в этой стадии находится одна из звезд, а они же не в фазу попадают, да? Одна звезда чуть поменьше, другая чуть побольше, одна опережает другую вот в этом развитии, другая не опережает. И вот получается такая ситуация, что, значит, начинает одна звезда у другой воровать материю, на себя перетягивать. Вот этот красный гигант раздулся, а другая звезда на себя высасывает и становится больше, крупнее, да. А бывает так, что случаются такие вещи, что вот эта звезда, которая вот раздулась, да, находится в паре с уже существующим белым карликом. Дело в том, что следующая стадия, скажем так, за красным гигантом – это белый карлик. Все, что было, превращается в углерод, а дальше массы не хватает, чтобы продолжать синтез. И вот этот вот белый карлик очень плотный, термоядерные реакции в нем уже не идут, он, значит, просто остывает. Остывать будет триллионы лет в силу своей массы и маленькой поверхности. Ну, сжат. Вот. Вот такой вот у вас процесс вот сулит. Да и вот этот белый карлик в паре, да, он тоже начинает себя перетягивать, возрастает на нем оболочка определенная, вот, и в ней, этой оболочке, происходит бурный всплеск термоядерного синтеза. Это такая разновидность сверхновых звезд, такие вот стандартные свечи, можно сказать, да, бух-пух-пух загорается, вот это вспыхивает. Такие вот сверхновые звезды определенного типа. Они, кстати, так сказать, маяки Вселенной,
у них определенные энергии совершенно, да, теоретики ее определили. И вот эта вот определенная энергия, соответственно, определенную светимость дает. По фактической светимости можно определить, как далеко она от нас находится. Это вот самый дальнодействующий, скажем так, маяк во Вселенной, ну, который позволяет определить дальность. А вот это вот. Вот, вот такое вот мощное явление с ними происходит. Ну а черные дыры, что черные дыры? Так же, как и нейтронные звезды, это продукт завершения эволюции звезды. Если звезда достаточно велика, чтобы уже после того, как она превратится полностью, скажем так, в что-то такое, как сказать, углеродное, да, углеродная плазма, и в ней продолжается реакция до тех пор, пока все не превратится в железо. И вот тут самая трагедия. Превратившись в железо 56, продолжение термоядерных реакций, да, возможно, но они идут с поглощением энергии, не с выделением. И получается, что в недрах звезды начинает работать термоядерный холодильник. Звезда сжимается, изнутри уже тепло не идет, звезда сжимается, называется гравитационный коллапс. Вот эта вот гравитационная энергия, которая в тепловую превращается, она превращается в итоге вот в создание более тяжелых ядер. Да. Ну и так происходит до тех пор, пока ядро звезды не станет очень маленьким. Некоторые останавливаются на стадии вот где-то никеля, железа, а так, если она эту стадию проскакивает, звезда, если достаточно тяжелая, то электроны под давлением втискиваются в атомные ядра, втискиваются в протоны, протоны превращаются таким образом в нейтроны, вот, и излучается огромный импульс нейтрино. Нейтрино хоть и вездесущая, легко проникающая частица, но она все-таки застревает немножко, да? И их так много, кстати, целая звезда. Каждый протон испустил нейтрино, представляете, вот как наше Солнце, даже больше Солнца. И вот этот вот поток нейтрин в наружную оболочку звезды, ну, скажем так, срывает, он в ней выстраивает чудовищную ударную волну, в которой идет ядерный синтез. И в ней-то как раз в этой ударной волне синтезируются все элементы, которые вот тяжелее железа, и они остаются разбросанными по космосу. Это вот остатки взрыва сверхновой звезды. А сама сверхновая звезда становится или, значит, нейтронной звездой. Совсем малюсенькая звездочка. Сейчас я отвечу. Алло. Ну, сейчас тогда я выезжаю к тебе. Пока. Так, ну вот, и что же? Нейтронная звезда, вот так она себя ведет. А если она потяжелее массы, то уже с нее не может улететь свет. Скорость космическая больше, чем скорость света. А это дело в том, что помните, сила тяжести чему, с чем связана? Связана, во-первых, с массой. Масса у нейтронной звезды очень большая. А во-вторых, чем меньше расстояние, тем больше, значит, чем плотнее вот этот шарик. А размеры этих нейтронных звезд буквально километры. Вот. Ну и есть еще на эту тему спекуляции о том, что нет ли еще такой следующей фазы, еще до черной дыры, что нейтроны так сильно сдавило, как яйца, так сказать, в корзинке, да, что они, значит, превратились в облако кварков, скажем так, вот это такая вот кварковая звезда, вот это еще одна такая идея. Вот, ну, очень может быть, что это уже происходит за горизонтом событий в черной дыре. Да. Черные дыры есть гигантские, да, которые много собрали энергии, это в основном в центре, в ядрах галактик. Они очень большие, миллиарды масс Солнца, и огромные размеры у них, да, и причем такие размеры большие, что средняя плотность в них кажется не очень большой. Да. Несмотря на огромные глобальные размеры, размером Солнечную систему, скажем, считайте горизонт событий. Но средняя плотность там не так уж и велика, хотя масса очень большая. Ну вот такие вот дела. Спасибо вам большое за то, что вам интересно меня было слушать. Хотя под мой разговор можно и заснуть, да? Я сам могу под разговор заснуть. Бывает так, что-нибудь рассказываешь, и вот начинает что-то, вроде как сразу рассказываешь, что-то такое вот, ну, и сейчас вот-вот прямо начнешь сон свой рассказывать на ходу, да, бывает так. У вас так не бывает, да? Доцент спит, лекция идет. Вот такие вот дела.
Ну, не забудьте поддержать меня финансово, чтобы я мог чаю себе накупить много, напиться чаю. Вот я с собой взял немножко чайку. Крепенького. Сейчас проснусь и поеду домой. И буду ждать от вас получения денег. Внизу у меня есть номер моей сбербанковской карточки, номер счета в Сбербанке, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви кошелек. И самое главное, вы удостоверитесь, что все вы это видите на моем канале официальном, который называется Борис Бояршинов «Со дна российской науки». Вот так вот, со дна. Ну вот, привет вам со дна российской науки. Опускайтесь к нам на дно российской науки. Нам бы всем на дно. Вот, пока.